Hey yo guys, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Train 2 Complete Story. Ну что, полетели? Не помню, на чем мы там вообще остановились. Продолжить. Герои очутились в волшебном лесу. Понти решил любой ценой помочь говорящему цветку, который встретился им на пути. Амадей решил, что вся история с говорящим цветком просто чей-то волшебный розыгрыш. Зоя вообще ничего об этом не думала. Поживем, увидим. Вот так вот. Цветок должен был рассказать нам больше. Спокойно, мы найдем ее сестру. Угу. Давайте все цветы в лесу расспросим. Не нравится мне этот запах. Это облако газа пахнет смертью. Нужно держаться от него подальше. Так, понял, принял. Оно уничтожается? Понял. Так, теперь вопрос. Это по-любому обвалится, да? Хорошо сыграно. Ага, давай. Вау. Да, их просто поджигать, да и все. Хоп. No bad. Ой-ой-ой. Болечи. Ау. Так, я ж теперь могу два, да, херячить? Загрузкам. Почему она не ломается? Окей. Немного повыше. Отлично. Так, пополняем хпшки всем. Апаем уровень. Сколько у меня? Одно очко, да, есть? Так, два нужно. Блин, ну Зои, конечно, бы прокачать этот. Как оно называется? Стрелы. Огненная стрела, 2 стоит. Взрывная стрела, 3 стоит. Давайте, наверное, взрывные соберу. Так, маг, полетели. Я не хотел сюда падать. Потому что почему? Потому что там и наверху было еще что-то, да? И внизу еще что-то было. Опа. Опа, нам. А, блин, тут в основном истории могут быть и все.
В искусстве древней магии тайн для сестренки нет. Нам завтра исполняется по 9 полных лет. Ясно, понятно. Опа-на. Зараза. Ну ладно, яичницу как раз заберу. Зачем ты туда падаешь? Внизу что-то тоже есть. Ну, типа, колдуна мне не так жалко, поэтому... А теперь вопрос, там был проход? Или мне показалось? Короче, ладно, посрать. Так, это листво упадет, да, у нас? И наверху что-то было, да? Что я хотел достать, но я не смог. А, ну, здесь, в принципе... Ясно, понятно. Все делается, значит, таким образом. Ага. Мне легче так сделать, чем что-то придумывать. Богу. Секреток никаких нету. Хоп. Ладно, сохранюсь. Сейчас мы расшатаемся. Изи. Изичные. Ну, по-любому тоже что-то будет. Ну, видите, я говорю... Снова же, здесь нету того, что было раньше. Под этим я имею в виду эти. Как они называются? Забыл, короче. Отстаньте. А, то есть они сами ломаются? Ладно, фиг их знает. Так, и там еще что-то внизу было, да?
Опа. Опа, 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 опа. Опа, 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 опа. Слишком поздно упала. Он меня обломал. Плевать. Понимаете, даже не показывают, сколько в каждом уровне сфер. Нету карты уровней. Прокачка, ну, да, прокачка немножко, может быть, изменилась, видоизменилась. А так ничего нового вообще нету. Показывают какие-то арты. Нахера мне арты, если просто давали именно вещи, тогда давали вещи. Теперь вещи не даются. Ну, к чему это? А зачем мне туда? Подожди. О, я сейчас как раз эти стрелы и получу. А, блин, а там же мана нужна. Точно. Ай-яй-яй, что мне делать? Снова волшебная вода. Может, удастся так увеличить землянику. Интересно, как эта вода работает? Чёртовая дырка. Это из-за нее местные улитки и змеи такие огромные. Чёртовы дыры. Блин, а как мне туда достать? Давайте попробуем через две. Через два кубика сыграть. Оп. Изи. Все, тут мы все забрали, как раз можем стрелы прокачать. Но снова, я говорю, я буду надеяться, что это не будет тратить энергию. Взрывная стрела добавляет огненную стрелу, добавляет так урона и эффект атаки по площади. Так, взрывная стрела добавляет огненные стрелы, дополнительный урон и эффект атаки. При неполной. А, урон будет ниже. А, в смысле, у меня же было 49. Окей. Окей, окей, окей. Тогда делаем таким сейчас образом. Я залетаю наверх. Затекло.
Все отлично. Теперь, по идее, по грибам могу залезть наверх. А вдруг там тоже могло быть что-то спрятано? Кто сможет знать? Быстрее прокачаемся, намного будет все быстрее. Так, там походу ничего нету. Серьезно? Ну ладно, тогда лечу. Готово. Блин, видите, вот минус. Ледяной щит, он убивает сразу, если враг заморожен. Однако тут же и минус. И я своим огненным мечом их размораживаю. Так, 45, хорошо. Недолет. Ага. Плевать. У меня уже 3. Или мне нужно сначала огненное? Ладно. А, да, полосочка, вот она, черт. Буду огненными стрелять, почему бы нет. Не, это... О, ништяк. Там больше ничего нету? Не, ничего не... А, если так? Ничего нету. Ну, здесь легко. Или нелегко. Я не знаю, как оно должно было быть, но у меня получилось и так. Так, осталось понять, как вернуться обратно. А, да. Изи. Себе громила. Жалкие букашки. Идите сюда. Я переломаю вам кости и сделаю из вас отбивные. О, я ему покажу.
Легкий. Язычный. Они убили Костолома. Но одолеют ли они ведьму? Но мы одолели Костолома. Костолом был на самом деле какой-то легкий. Газ. Надеюсь, мы сможем здесь пройти. Что это за приспособление? Ну ладно. Да. Понял, что-то не работает. Или работает. Это, знаете, игра там, где нужно ноги нормально ставить, чтобы не упасть. Ох, манать. Чувствую, намучусь с этой херней. Давай, 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 давай. Да плевать. Вот и все, ребят. На этом все. Походу. Наступила ночь, и на болото спустилась тьма. Внезапно появился уже знакомый огонек, указывающий путь. Куда теперь? Ну, походу, туда, к двери. Ведьмин дом. Огромное дерево дом. Скорее дерево замок. И тройка хочет, чтобы мы вошли. Нет бы перенести нас на пляж, например. Пошли. Свет от факелов, освещавших дом дерева, тревожно подрагивал. Герои вошли внутрь. Не похоже, чтобы этот дом принадлежал цветку, пусть даже и говорящему. Но теплый ночлег после дня, проведенного в трясине, казался пределом мечтаний. Ну что, думаю, давайте на этом тогда и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!